Чек на... Скажу, когда что делать. Значит, хотаем рейд. Повороте принимай. Давай. Перестань ехать в сторону. Ты тут? И пускай так лежит себе. Повороте, ты тут? Да, я ж тут, я ж говорю, я ж двумя окнами. Ждёмте, значит, не стакаем. На второй фазе обязательно стоять за глыбы, скидывать стаки. Будете, блядь, разбегаться и не скидывать, а не притяжки прилетать к боссу. Не знаю, что с вами сделал, но это будет очень жестко. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает трепещите? Ибо ваша жалкая магия здесь ваше вторжение не окончится, никто не уцелеет. Метки рассосали. Смотрим за собой, как прятаться. До половины подбили, справа близко пошли. Близко слева. Его далеко спрятались. И последнее. Подбивайте глыбы, не вижу. До 30% подбили слева. Перебежали. Подбили. Куда уехали? Сильнее глыбы. Осторожно, 4-5 стаков мелики. D1-2 и стопаете. Убивается просто без зерга. В повороте, как дела? Стакаете. Нормально. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Давайте, скоро будет взлетка. Так, залил ману. Метки рассосались. Протопал, словишь босса. Хорошо. Слева падает, спрятались быстрее. Не поднимай. Слева падает. Крайнюю глыбу левую подбили, подбили РДД. Давайте раз. Забыл. Велики, уже стопайте обморожение. Сейчас будет фаза, нужно будет носить метки. Вот, мы забегаем просто в кружок. Приготовились фаза. Несколько секунд. 2 секунды. 2 секунды. Хилимся.
Идите, просаживайтесь. Под и под босса милики свалили. Нарезайте круги, бегите прямо. Сразу разбиваем это. Сразу разбили, фул дамаг. После освобожденка ничего не бьем. Не бегаем в сторону, поворотите, пожалуйста. Сейчас будет притяжка, в сторону так не убегай больше. Метка под босса. Убогая в рейд бежит. От него. Вот. Эту метку до половины подбили аккуратно. Скидываем стаки. А мне два стака. Беги, малышка, больше... беги! Не убейте раньше времени, подбивайте до 30. Фул ДД глыбу, следующая под босса. Пуля под босса, пуля под босса, милики стрелялись. Быстро. Теперь разбили эту глыбу. Теперь разбили эту глыбу сильно. Секунда, глыба под босса. Секунда, глыба, пуля остался обратно ушел. Пуля. Милики свалили. Так и играем. До 30-10 минут бьем потихоньку. Разбили глыбу сразу. Танков хильте. Танков. Кот остался, милики ушли, милики ушли. Разбили сразу глыбу, быстро разбили, на следующую притяжку. Захилили рейд, полиприст. Молитвы исцеления, полиприст исцеления. Следующая подбосса, притяжка. Сатарарепа подбосса, сатарарепа подбосса. Милики свалили, шея ушел. Глыбу до половины, это хил. До половины, осторожно. Притяжка. Милики ушли. Беги, малышка, беги! Это дух на себя пробует, не на себя забыл. Так, конец каста. Разбили глыбу, повороте под босса. Хилим рейд, хилим рейд. Даю хилам спокойствие. Разбили сразу, разбили сразу. Фул ДД глыбу. Не подходи, не бей босса. Как на линии. Бей, сука, глыбу. Потом босса. Где-то под босса, под босса. Милики ушли. Сразу разбиваем. Разбили глыбу сильно. 3 секунды глыба. Разбили глыбу быстрее. Милики под босса. Милики ушли. Милики свалили. Сразу разбиваем. Сразу разбиваем. Кулдады глыбу. Не выбегайте в стороны. Скидывайте стаки. Уклопать будете по рейду больше. Сейчас глыба под босса, будет притяжка. Будет притяжка. Милики ушли, изи остался. Милики собрались. Не разбивайте его. Будет притяжка. Милики отошли. Не бегите туда. Беги, малышка, притяжка. Беги! Подбивайте. Аккуратно подбивайте. Подбивайте. Все, разбивайте глыбу. Метку в сторону, добиваем босса. Вот, все, все, здесь можешь встать. Не беги дальше. Сука, почему вы к стене бежите? У него мало хп осталось. Я какую-нибудь какую-то сказал. Вот так вот достаточно выбежать, как треугольник стоит. А не как вы, блядь, по стене бежите. Сейчас метка будет разбить. Да нет, кто-то возле меня, блядь. Разбейте метку. Кто-то просто стоял слева. Осколок никому не нужен. Завоевать игру. На лича идите, портал ставьте. Ориген выше, так понял. Надо кому-то это кольцо домой. На ок надо? Нет, на ханте будешь лича бить. Осколок второй остался. Что там, тело в РК есть какое-то на лича? Там же Бибиску списал. Что? Бибиску списал. Пока ты ФКшил. Фотона, перенеси в 6-ю группу. Я пока отойду на минуту. Все что, Вайт, можешь начинать. Я быстрее.
Это надо было Локо и ШП набрать. Да не говори. Так. Быстрее в ШП, значит. Что за пиздец, блядь? Ладно, похуй. Нас 4 будем бить. Не будете валик бить, блядь. Делать вам здесь нехуй, блядь. Значит, смотрите по стану. Лирана в РК. Лирана, сможешь застанить хорошо кружочек, первая лапка, которая спускается? Вот, я надеюсь на тебя, будешь станет кружочек. Значит, Гефестиум, твоя метка ромбик. Ромбик. Вторая валька. Люсани Гефестиум. Легенда. Значит, слышишь меня? Да, слышу. Твоя метка трусы. Это третья валька, которая спускается, последняя. Бегаешь стан. Знаешь, надеюсь, какой, да? Да. Значит, Рейген протопал. По ситуации, на какой кончился стан или какая ближе к краю сложной ситуации, даешь стан точечный. Понял. Массовый стан. Тоже в крайнем случае друиды, там кот, кто-то там топ отдадите. В общем, по группам теперь. Первая группа антихам. Твоя задача кружок, кружок. Это первая валя. Пытку кастовать. Вся первая группа бьет кружок. Без исключения прям. Сильно бьете, выбрали и бьете. А там уже скажу, кто будет подбивать по ситуации. Вторая группа. То же самое с ромбиком. Пуля, то же самое, пытка в ромбик. Сатарарепа. Третья группа. Бьете все трусы. А второй пати какой валю? ШП? Ромбик вторая. Четвертая группа. Здесь у нас... Так, Рейгена сейчас перемещу. Лирана, внимание, ты бьешь трусы. То есть, смотри. Рейгена и БДК поместил четвертую. Значит, Изи, убогая и Гефестиум. По ситуации, какая валька ближе к краю, бьете. Все. Для этого ДД должно хватить, чекну. Перестанавливайте. Лапка. Шадоу Мор. Мак. Все запустим. Значит, ловушки. Кто улетает на ловушки, это ГП. Так, кто-то говорить умеет в РК? Нормальный пацан есть? Валера, ты здесь? Наконец, хваленые силы света. Мне бросить ледяную скорбь. Да не, я могу. Так, мутант. Мы даруем тебе быструю смерть. Мутант не говорит, мутант слетит, квадратик поставишь на себя, вводишь на визор. Ты пройдешь Валера, через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Так, ну, там резон, я но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Вальки обязательно бейте. Не будете их бить, блядь, здесь делать не. Разойдемся, блядь, 3 трая и разойдемся. Да будет так! Герои, так, диспелить, значит. Атаку! Давай, секьюрити диспелишь. Я оставлю тебя. Давай, ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель смерти пропустил рождение моего. Милики пробежать. РДД тоже прошли, чума 30. РДД прошли, чему приготовились у нас. РДД в звезду. Чума секунда. РДД смотрит. Секьюрити побежала. Вурдовак.
ДД пробежали, крестик забери там. Давайте разворачиваем шарку еще рейд на того не ЕС. А что такое? А так, ну, хуйней занимаемся. А так мы еще как-то. Да в ловушке не лезь, ну. Рейзен, дайте вам. Надежда, да, пришел, я же говорю вам, ВРК. Подбежали в звезду. Сейчас чума, секунда. Неужели непонятно, что чуму вы не донесете? Рисуемся. А чему масс диспел он диспелит тут или как? Точно. Бегите быстрее портал там или резайтесь. Все здесь, мы стоять по стопам даем. Маги принимаем готовность. Валера, ты ВК? Ну. Shadow Morph. Пиздец. Запустил лича, приготовили. Есть рыбу, чинитесь, кто не успел. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться? Потом СС на кого бросить?
Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить на переходке о пощаде. На ВДК. Да, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. На ловушках мы там не летаем, смотрим внимательно. Метки есть, которые не улетают никогда. Да будет так! Герои в атаку! Поклонски, да? Я оставлю тебя в живых. Чтобы величайший служитель света пропустил рождение твоего мира. РВД прошли. Чума писать. Смотрим на ком. РВД прошли. Принесите мне, я отойду. Надежда тает. Мы не успеваем на допчика. Я тебе больше скажу, мы не успели. Еще этот техновайб. Да-да-да. Если быстрее. Там рыба еще до сих пор стоит с первого тряпа. Это я поставил. Дожили, блядь. Второй силка, 24 тела еще. Поклонский.
бутылку приготовьте и ссыте в бутылку. Запусти. Дай лапу. Да есть лапа, не знаю, что. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Чашка. Иду, дайте. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордрин. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Не базарьте лучше на Лича, смотрите. Моей безграничной мощи. На таймере чумы. Давайте. Приготовим. Да будет так! Герои в атаку! Я пришел. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Так. РДД пробежали. Серьезно? Пришел конец надежда.